после того, как мы разобрали узел, снимаем паску с внутренней стороны, обезжириваем соединение. Здесь находится кисточка. Мы берем минимальное количество клея, тончайший слой клея. Тонким слоем наносим на наружную часть трубы клей с проворачиванием. Соединяем ее с фитингом. Через 10 секунд этот узел можно будет только распилить. Он растворяет верхнюю поверхность трубы и сваривает эти элементы между собой. Трасса получается абсолютно герметичной. Система центрального преодоления состоит из пниморозетки, в которую встраивается шланг, и из опций, различных опций. Опции у нас будут установлены в кухне, так называемая система со самосматывающим шлангом в РУМ. Все трубы сходятся к силовому блоку. Силовой блок у нас установлен в котельной. Трубы приходят в котельную, и вот в этом углу у нас будет стоять силовой блок системы центрального преодоления. И самая важная вещь, вот в этом углу у нас будет отверстие, которое будет выводить отработанный воздух на улицу. В этом отверстии и в этом пневмовыхлопе заложена вся суть системы центрального преодоления. Потому что в ходе уборки только система центрального преодоления сокращает концентрацию пыли в воздухе зданий. После уборки и во время нее. Дело все в том, что все, что мы всосали с вами через щетку, пришло на силовой блок. Здесь происходит обычная очистка воздуха от пыли, а то, что не поддается очистке, запах, мелкодисперсная пыль, удаляется за пределы здания на улицу. Концентрация пыли в здании сокращается на 1/3. Любой другой способ уборки увеличивает концентрацию пыли. Влажная уборка с помощью мистера Мускула, с помощью любых других там химических средств, увеличивает концентрацию пыли в доме в 2-2,5 раза. Сухая уборка самым крутым аккумуляторным пылесосом увеличивает концентрацию пыли в 2,5-3 раза. До 5 раз увеличивает. Убираться можно с разной эффективностью. Система центрального преодоления – это 100% эффективность уборки. Если ты убираешься в своем доме даже с пылесосом самым совершенным фильтром в мире. В любом случае, если какой-то пылесос всасывает воздух, он тут же его выбрасывает. Когда ты убираешься обычным пылесосом, у тебя всегда можно, или когда ты убираешься влажную уборку делаешь, да, во-первых, после влажной уборки есть определенный запах. Чистота, она ничем не пахнет. Особенно понятно людям, у которых есть черный рояль, как говорится. То есть черная поверхность, она очень хорошо отражает пыль. То есть ты выполнил влажную уборку с химическим средством, у тебя все блестит, все свистит, и все очень красиво, и приятно пахнет ромашкой в воздухе. А ты подходишь к этому роялю через 2 часа черной поверхности, видишь, что на нем легла пыль. А ты подходишь через 4 часа, и ты пыли в 2 раза больше. С системой центрального преодоления ты подойдешь к этому роялю через 4 часа, через 6 часов, и на нем не будет пыли. Сейчас будем тестировать центральную систему пылеудаления в моем доме. Обычно пылесос занимает много места. В данном случае, если мы говорим про центральную систему пылеудаления, в шкафу будет храниться только вот эта штука. Ну и еще насадки. Вот такая щеточка для труднодоступных мест, для среднедоступных мест. Ну что, давайте тестировать. Достаем шланг нужной длины, фиксируем его тут, вставляем шланг и включаем. Поменяем насадочку. Насколько хватит длины шланга? Мы отключаем фиксатор. Тягиваемся до этой стороны дома. То есть мы вообще, получается, даже не можем зайти сюда в наш санузел, пропылесосить здесь, пропылесосить до угла, у нас еще остается шланг. Все дотягивается до сюда. Это еще 10-метровый шланг, а есть 12 метров и 15. Вот здесь даже еще остался запас. Кабинет, то есть в кабинете еще остается. Даже до котельни. У
мы можем совершенно точно сказать, что уборка с помощью системы центрального преодоления – это 100% эффективность уборки. Системы центрального преодоления еще считаются гипоаллергенными. Второй момент. Вы в месте уборки не слышите никакого шума. Абсолютно никакого. Третий момент. Она еще и очень мощная по всасыванию, по мощности всасывания. И самый важный момент, что эта мощность всасывания не снижается в процессе эксплуатации. Еще один элемент центральной системы пылеудаления – это такая штука в РУМ. Она у меня будет установлена под раковиной. Сейчас она у меня стоит временно. Спросони рассыпал крупу, кофе на кухне. То я из-под раковины достаю вот эту штуку. Включается она вот так. Поставил, выключил. Еще один элемент системы пылеудаления – это Valiflex. Он будет установлен в гардеробной. Аккуратно я его беру, также включаю и, например, с одежды всю пыль стряхну. Также мы пробовали дотянуться до коридора, то есть он очень длинный. Если, например, у меня шерсть от собаки, то в коридорчике можно быстренько пропылесосить себя и зайти уже чистым. Силовой блок центральной системы пылеудаления находится у меня в котельной. Пылесборник находится здесь, открывается он очень легко. И чистится он, внимание, раз в год. Центральная система пылеудаления мне спроектировали и смонтировали в инженерном центре Санхит. Находятся они в Екатеринбурге по адресу улицы Металлурга, 84, в торговом центре Вау-Хаус. Рекомендую.